Ice Bucket Challenge пришел в московский футбольный мир. Я называю Галину Федянину, Андрея Ковалевского и Илью Юферова, которые следующие должны в течение 24 часов облить себя холодной водой со льдом. Пользуясь случаем, я хочу попросить восприятие этого мира, окружающей среды, и справиться со всеми сложностями, ничего не потерять в этой жизни и быть счастливой!